Наш завод входит в состав холдинга по производству лекарственных препаратов в Екатеринбурге. У нас, иначе говоря, на предприятии представлено различное оборудование для производства лекарственных средств от гранулятора до автоматической линии по наклеиванию самоклеящихся этикеток. В конце года мы провели модернизацию и начали производить замену морально и технически устаревшего оборудования. Я 10 лет работаю главным технологом на производстве и хорошо знаю все технологические процессы. Выбор нового оборудования я производил самостоятельно, согласуя его с руководством перед покупкой. Работа была, по сути, непростая, техники на рынке представлено много, изменились и автоматизировались многие процессы. В фармацевтическом производстве очень важно контролировать качество сырья и готовых лекарственных средств. На производстве проверяют показаниями уровня влажности, времени плавления, прозрачности, времени распада и растворения, количественного состава, таяния, параметры твердости, толщины, тягучести. Чтобы продукция была, по сути, качественной и полностью соответствовала требованиям гигиены, необходимо было, по сути, серьезно подходить к вопросу выбора оборудования. Кроме основного оборудования, необходима была, по сути, замена запасных деталей, пластиковых втулок для труб тем машинам, которые, в принципе, не планировалось заменять. Втулки планировалось купить пластмассовые, так как они максимально подходят для фармацевтического производства и характеризуются большой износостойкостью. Я привык делать свою работу качественно и работать только со специалистами. К вопросу выбора пластиковых втулок я подошел серьезно. Для поиска не стал пользоваться интернетом, потому что часто за красивой картинкой скрывается непрофессионализм. Я посетил международную выставку оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства, которая проводилась в Москве. Пластиковых втулок на выставке было, по сути, представлено много различных производителей из разных стран мира. Я выбрал трех производителей втулок, рассмотрел их ассортимент, взял контакты у представителей. Необходимо было, по сути, составить полный список необходимых втулок и закупить у одного производителя. Вернувшись на предприятие, я начал связываться по телефону с представителями предприятий. Компания из Германии согласилась поставить втулки, однако попросила лично приехать и подписать договор. К сожалению, я не мог выехать в Евросоюз, так как у меня не было, по сути, визы, а процесс ее оформления занял бы не менее 3 месяцев. Одна компания из Китая выслала каталог продукции на почту, я долго выбирал, но не смог разобраться в представленном ассортименте втулок, их характеристиках и назначении. Третий производитель из Новосибирска выслушал меня и ответил, что сможет поставить выбранный мной заказ только через 10 месяцев, ссылаясь на большой объем работы. Мне пришлось отказаться, так как модернизацию необходимо провести в самые короткие сроки. Я понял, что самостоятельно найти и закупить весь перечень пластиковых втулок у меня не получится. Это немного поубавило моей уверенности. Однако тут мне помог менеджер компании из Новосибирска, который, в принципе, посоветовал специалиста по поставке фармацевтического оборудования, который, в принципе, смог бы мне помочь в поиске всего требуемого списка втулок. Последовав его совету, я обратился к специалисту-посреднику компании из Москвы. Тогда я еще не догадывался, что поступаю правильно. Менеджер компании выслушал меня, задал несколько уточняющих вопросов по материалу втулок, их дальнейшее использование. Меня порадовал его профессиональный и деловой подход. После предварительной консультации мы составили список необходимых втулок, и специалист выслал его мне на почту. Он указал, что доставка заказа будет осуществлена в течение месяца. Такие короткие сроки были для меня отличным выходом из ситуации. Кроме пластиковых втулок, необходимо подобрать блистерную машину для заполнения ячейки таблеток от кашля. Эта задача требовала больше времени. Мы заключили договор на его поставку втулок, и через месяц я получил желаемое количество пластиковых втулок отличного качества. Я планирую обратиться к менеджеру этой компании за консультацией и покупкой блистерной машины для таблеток. Я уверен, что он подберет мне качественную технику. В вопросе выбора оборудования я обратился к профессионалу, который, в принципе, знает свое дело и получил от процесса общения с ним отличный результат и положительные эмоции.